самом начале 1979 года во властных структурах города произошли изменения. Состоявшийся 10 января пленум горкома партии освободил Григория Ивановича Гутовского от должности второго секретаря в связи с тем, что сессия горсовета избрала его на пост председателя исполкома. Григорий Иванович Гутовский – выходец из бедной рабочей семьи. Родился 8 января 1930 года в поселке Ханжонково Донецкой области. Ну, если говорить о детских и юношеских годах, то можно сказать так. Те годы были для нас очень и очень тяжелыми. Нас было четверо у мамы. Отец ушел. Маме пришлось одной ставить нас на ноги, выводить в жизнь. Мы уже тогда понимали, что такое фунт хлеба. Так как Григорий Иванович был самым старшим среди нас, ему пришлось семейную тяжесть нести на своих плечах. Он для нас был и отцом, и братом, и учителем. И он выдержал все это. Такой он был у нас. После окончания Тернопольского финансово-экономического училища работал бухгалтером сберкассы, позже служба в танковых войсках. После демобилизации в 1952 году обосновался в Кривом Роге. Без отрыва от работы заканчивает вначале педагогический, а затем горнорудный институт. По своей служебной лестнице он поднимался благодаря упорству, настойчивости и трудолюбию. У него было много хороших, добрых друзей, с которыми он мог разделить и радость, и горе. К моменту избрания председателем исполкома Криворожского горсовета Григорий Иванович имел за плечами большой опыт общественной и партийной деятельности. Одно из первых решений, принятых Гутовским на посту председателя, было направлено на улучшение работы коммунальных служб города. С самого начала он проявил себя реформатором. Перестроив и упростив систему управления коммунального хозяйства города, быстро добился успехов. Сократились сроки и улучшилось качество дорожно-ремонтных работ. И как результат, в том же 79-м году Кривой Рог был признан одним из лучших городов Украины по благоустройству. Приоритетное направление деятельности Григория Ивановича определилось с первых шагов – промышленное и гражданское строительство. Город активно строился и в предшествующие годы. Но Григорий Иванович был первым, кто поставил задачу строить не просто много, а создавать качественно новое жилье. Сегодня сложно представить Кривой Рог без современных микрорайонов Восточная 1, 2 и 3. Это был совершенно новый принцип застройки. Каждый новый микрорайон с собственной инфраструктурой. Вместе с жилым массивом строились магазины, школы и детские сады. Вместо безликих однотипных домов появляется разноэтажная застройка, а сами квартиры, просторные и удобные, были совершенно новой планировки. Очень быстро освоили несколько новых серий постройки домов. Их так и назвали КР – Криворожские серии. Подобным могли похвастаться разве только киевляне. По инициативе Григория Ивановича в городе создается новый мощный домостроительный комбинат и завод крупнопанельных конструкций общественных зданий. В результате 400 тысяч человек, а это каждый второй горожанин, смогли улучшить свои жилищные условия. По объемам строительства в абсолютных цифрах мы опережали такие города, как Днепропетровск, Одесса, и строили не ущербное, а элитное по тем временам жилье. А спустя 10 лет, летом 91 года, на Всебратском вырастет новый современный городок для военнослужащих. После вывода в 90 году советских войск из Германии, немецкое правительство в качестве компенсации финансировало строительство всего трех подобных жилмассивов на территории Советского Союза. Естественно, руководство многих городов хотело, чтобы подобное строительство развернулось на их территории. Сейчас можно только предполагать, каких трудов стоило Григорию Ивановичу добиться того, чтобы этот городок вырос в Кривом Роге.
Выдвинутый Горбачевым лозунг «К 2000 году каждой советской семье по квартире» в Кривом Роге не был пустым звуком. Город строился настолько стремительно, что мы были буквально в полушаге от полного воплощения этой задачи в жизнь. Это были годы непростые, годы очень сложные, в том плане, что Кривбас развивался очень активно. И у него было столько планов, столько было намерений таких глобальных. Особенно, когда построили домостроительный комбинат, и он уже вынашивал идею, что в отличие от других городов, мы можем обеспечить всех криворожан жильем. Поэтому главная его черта – это такая вот отдача работе, ответственность большая и глобальное масштабное мышление. Григорию Ивановичу удалось решить проблему, которая казалась почти безнадежной. Начато еще в середине 70-х строительство скоростного трамвая затягивалось. Метростроевцы в любой момент могли уехать в Днепропетровск, где как раз в это время начиналось строительство метрополитена. При таком исходе на нашем проекте можно было бы поставить крест. И тогда было принято, возможно, единственно верное решение – вывести из первой очереди отдельный пусковой комплекс и срочно запустить его на участке от станции Мудреная до площади Труда. И это было сделано. Проект второй очереди скоростного трамвая ДНК ГОКа был грандиозным и дорогостоящим, с глубоким подземным заложением и эскалаторными станциями. Линия должна была проходить под заводом «Криворожсталь». К сожалению, в этот момент руководство завода не сумело решить финансовый вопрос своего долевого участия, и этот масштабный проект пришлось отложить. А третья очередь скоростного трамвая была пока только в замыслах, идя вразрез всем существующим правилам. Григорий Иванович Гутовский добился того, что в Москве был практически решен вопрос о строительстве третьей очереди еще до завершения разработки проектно-сметной документации. Так, в обход всех правил криворожский проект был включен в титульный список. Начиная с 26 декабря 1986 года, криворожане получили возможность передвигаться по городу под землей, проходить через турникеты и ежедневно слышать фразу, знакомую ранее, разве что по экскурсии в столице. Обережно, двери зачиняются. Наступна зупинка – будинок Рад. Многое из того, что предпринимал Григорий Иванович, намного опережало время. Добиваясь официального признания более высокого статуса Кривого Рога, он уже тогда на деле совершал то, о чем и не мечталось многим областным центрам. Беспрецедентным случаем стало строительство аэропорта. И дело не только в том, что по статусу районного центра подобный объект нам не полагался. Впервые инициатором строительства выступил не Аэрофлот, а горисполком. При этом он взял на себя 50% от объема финансирования. А ведь в городском бюджете не было и не могло быть такой строки. Был ли риск? Безусловно. Нужно было не только изыскать средства, но и добиться того, чтобы вторую половину финансирования взяло на себя Министерство черной металлургии. В конце концов, был подписан соответствующий протокол и получено разрешение на строительство скромного аэропорта для небольших самолетов Ан-24 и Як-40. Предстояло решить много сложных вопросов. Прежде всего, добиться качества взлетно-посадочной полосы. В те времена строго спрашивали за любые отклонения от проекта, наказывали за превышение сметной стоимости. Но коль уж затеяли это дело, решили довести аэропорт до уровня международных стандартов. И тут в Зютовске мы, конечно, риск большой допустили. Тут перед временем было постановление ЦК КПСС по излишествам. Запретили строительство дворцов культуры, значит, цирков, там, цирки и так далее, других объектов. Ну и излишества в промышленном строительстве. А мы рискнули, Зутовски, рискнули. И взяли и продлили взлетно-посадочную полосу на 400 метров.
приняли аэродром, ну, отлично, все. Мы боялись. Боялись, что нас могли бы исключить из партии, снять с работы. И меня, и Гальтутовского. И вот первый прилетел на этот аэродром, на Кривой Рог, по делам, Владимир Алексеевич Щербицкий, первый секретарь ЦК. Мы встретили ее с Утовским у трапа. Да. Он говорит, да, хороший аэродром построили, молодцы. Я говорю, Владимир Алексеевич, а что нам будет за то, что мы нарушение такое? Тут признались прямо возле самолета, что вот то-то, то-то, то. Ну так вы ж построили. Ну, уже построили. Ну, такие молодцы. И все. Десятилетиями советская страна жила под лозунгами, выдвинутыми еще в 1917 году. Фабрики рабочим, земля крестьянам, вся власть советам. При этом все хорошо понимали, это не более чем красивые слова. На самом деле руководящей и направляющей силой советского общества была коммунистическая партия. Это ее право направлять и руководить было закреплено 6-й статьей Советской Конституции. И на деле роль советским руководителям отводилась подчиненная по отношению к партийным органам. Но Григорий Иванович Гутовский и здесь был исключением. Ему довелось работать в одной связке и с Юрием Петровичем Бабичем, и со Станиславом Андреевичем Стежко. Но никогда, даже на оперативках у первого секретаря горкома партии, Гутовский не был вторым. В предыдущее время и при тогдашних руководителях это было даже демонстративно подчеркивалось лидерство секретаря горкома и его превосходство над советским руководителем, председателем исполкома горсовета. Это было на всех ступенях. Какой-то момент, может быть, мы вначале наблюдали такое непонятное отношение между Станиславом Андреевичем и Григорием Ивановичем. И к чести этих людей они сумели таким образом отстроить свой тандем, что уже в дальнейшем ни у кого никогда не возникало никаких проблем. Станислав Андреевич приоритетно занимался идеологическими вопросами, занимался приоритетно промышленностью и полностью поддерживал и предоставлял свободу действиям, в действиях Григорию Ивановичу и аппарату исполкома городского совета. Пройдя все ступени партийной и советской иерархии, Григорий Иванович был плоть от плоти советской командно-административной системы. Да, его деятельность была отмечена правительственными наградами. Он был депутатом Верховного Совета Украины и даже входил в президиум. Но при этом хорошо понимал, выше подняться ему не дадут. Председатель горисполкома – предел его карьеры. Из-за своей большой принципиальности, из-за своего трудолюбия и бескомпромиссности, что касалось соблюдения норм и правил и идеологии этой системы, Григорий Иванович был неприемлем для высших, для более высоких слоев тогдашнего нашего общества. Почему? Потому что он бы мог стать большим возмутителем сложившихся там понятий и устоев жизни. И вполне возможно, именно этот внутренний дискомфорт и синдром невостребованности накладывали отпечаток на характер, который был очень непростым. Человек он был взрывного характера, но всегда говорили, что для него лучше всего подходит пословица «после бури бывает затишье». После взрыва обязательно, значит, можно было потом решить. И он как бы чувствовал даже себя как в какой-то мере виновный за тот взрыв, который произошел. Когда что-то не получалось или когда кто-то его подводил, ну и сердился, и был, так сказать, жестким, но в то же время справедливым. –
Григорий Иванович был генератором новых идей. Город, который он видел в перспективе, это действительно был город будущего. В планах генеральной реконструкции намечался перенос центра города в восточные районы, которые, во-первых, на самом деле являются географическим центром, но и, что особенно важно, экологически чистыми. И именно сюда предполагалось постепенное отселение жителей загрязненных промышленных районов. А старая часть города после полной реконструкции улицы Октябрьской осталась бы своеобразным историко-культурным центром, ну, чем-то вроде столичного Андреевского спуска. К сожалению, все эти проекты удалось осуществить лишь на треть. Апрельский пленум КПСС 1985 года объявил перестройку, и начался процесс необратимых изменений в жизни страны, общества, а значит и в жизни города. Отношение Григория Ивановича к перестройке было неоднозначным. С одной стороны, он видел ее неподготовленность и популистскую суть. С другой стороны, понимал необходимость перемен. Он вообще во всяком случае говорил, что что бы ни делалось, нужно извлекать из этого максимальную пользу для людей, для города. И в этом моменте он уловил очень большую перспективу кооперативного движения. Еще не было никакой законодательной базы, еще не было ничего толком сказано о кооперативах, когда он, в общем-то, можно сказать, инициировал создание новых кооперативов. И когда он услышал о том, что у меня есть определенные наработки, и я уже близок к тому, чтобы создать первый кооператив, он вызвал меня как-то и с таким присущим ему, когда он что-то чувствует, что что-то есть, ну вот таким агрессивным настроем, а ну рассказывай, что ты там натворил. Я ему рассказал. Он мне сказал, говорит, что за это тебя исключат из партии, снимут с должности. Жалко, обидно, но потом втихаря говорит, ну ты все-таки делай это дело. И запомни, что за этим все-таки, видимо, будущее. Как любая масштабная личность, Григорий Иванович был человеком очень сложным. В нем совершенно органично сочетались, казалось бы, взаимоисключающие качества – авторитарность и уважение к чужому мнению, верность системе, установленному порядку и потрясающее чутье на все новое, прогрессивное. К какой бы области это новое не относилось. Первую встречу с Гутовским у нас, лично у меня сложилось такое впечатление, я думаю, не только у меня, что его интересовали вещи, которые могли бы вывести Кривой Рог, ну, поставить его в ранг городов с таким очень, ну, с очень развитой культурой на уровне Союза. Причем не просто развитой культурой, а с какими-то совершенно своеобразными, присущими только этому городу культурными особенностями. Вот, поэтому, значит, он, когда мы ему предложили вот термофосфатную живопись для росписи домов, а в тот момент, если ты помнишь, уже была такая вот ситуация, уже экономика немножко хромала, там где-то уже денег чуть-чуть не хватало, уже цены начали повышаться. Но не глядя на это, он тут же согласился, но перед этим сам лично проверил образцы, которые мы ему принесли, значит, проверял у себя в кабинете. У него были специальные растворы, с помощью которых он тут же определил стойкость краски. Потом, значит, стойкость краски на истирание. Это было важно в условиях Кривого Рога, потому что жесткая пыль. Вот. Тут же все это проверил и дал заключение, что да, годится, я подобного ничего не видел. С ним можно было говорить, ну, не делая, так сказать, скидок на то, что человек там не сведущ. С ним можно было говорить легко, используя терминологию специфическую, он прекрасно все понимал и сам мне легко пользовался. О бережном отношении Григория Ивановича к культуре можно рассказывать долго, но лучше привести красноречивые факты. При нем открылась малая сцена городского театра. В плане экономического и социального развития Кривбаса значилось строительство только одной музыкальной школы на 450 мест. Ему удалось уже в перестроечный период, когда организировала отлаженная система, выделить из городского бюджета средства на строительство трех новых зданий для музыкальных школ. Я тогда совсем молодой директор, не имея опыта, как это сделать, как обратиться, пришел рано утром к центральному входу горисполком.
Ну и стал ожидать председателя. Приехал Григорий Иванович, я поздоровался. Он спросил, кто такой, по какому вопросу я объяснил. Он сказал, ну, пошли до кабинету. В кабинете внимательно, помню, выслушал меня. Еще раз я рассказал про все беды свои и района. И он говорит, ну, хорошо, наверное, все-таки действительно надо строительство осуществить этой школы в Дзержинском районе. В результате детская музыкальная школа номер 4 переехала в это красивое здание, построенное по индивидуальному проекту. В 1991 году Центрально-городской райком партии освободил свое здание, в нем разместилась вновь открывшаяся школа искусств, кстати, уже вторая в нашем городе. Из городской казны были выделены немалые средства для поддержки инициативы Александра Гебеля. Фестиваль «Горизонты джаза» стал традиционным и принес Кривому Рогу мировую славу. Известный во всем мире джазовый критик Владимир Фиртак вскоре по праву назовет наш город украинской столицей джаза. Будучи атеистом, Григорий Иванович всегда с уважением относился к религии и религиозным чувствам других людей. Наверняка он чувствовал, что на смену старой идеологии обязательно придет что-то новое. Как-то мы приехали с Григорием Ивановичем в Москву. Не редкость была, когда он предлагал, давай выйдем вечером, свободную минутку, пройдемся по улице. И вот в один из моментов он говорит, давай сюда пойдем. Я говорю, да что здесь, тут такой проулочек какой-то непонятный в Москве, что мы сюда идем? Ну идем, идем. Давай тут пройдемся. Идем дальше, стоит церквушка. Давай сюда зайдем. Я говорю, Григорий Иванович, ну вот еще не хватало. Мы с вами, да еще и в церковь. Ну, ты так вот, ну чего ты шумишь? Ну давай зайдем просто, постоим, посмотрим. Я говорю, да я не знаю, как себя там вести. А ты веди себя естественно. Давай зайдем, посмотрим. Ну, зашли. Ты знаешь, пойди купи свечечку. Давай вот себе и мне. Я говорю, где покупать? Ну, посмотри. Ну, быстро, конечно, я сориентировался, где эти свечечки берут. Выхожу. Дальше швырю. Ну, не шуми. Вот давай, вот смотри, как люди делают. Поставь все. Я говорю, ну, поставь, Игорь Иванович, пошли. Ну, что ты, куда ты рвешься? Ну, давай, постоим, посмотри вокруг себя. Это был вот тогдашний момент. Я думаю, что это на него нашло? Какие-то мы в церковь свечки ставили. Постой, посмотри. Церковь действительно привлекательная была. Церковь действительно, ну, какое-то давала, имела ауру. И себя немножечко по-другому чувствовал. Но я отнесся это как к какое-то причуде Григория Ивановича. И вот когда чуть-чуть наступило потепление в идеологии, в том, что можно было высказать какое-то ранее недопустимое мнение, я столкнулся с тем, что Григорий Иванович принял чрезвычайное решение о выделении земельного участка для строительства собора. Огромное хозяйство Кривого Рога требовало от руководителя решения больших и маленьких задач. Григорию Ивановичу приходилось решать судьбы и огромных предприятий, и проблемы конкретных людей. Причем последнее для него было едва ли не самым важным. День приема граждан по личным вопросам был особым днем. Сколько бы человек ни дожидалось, он всех принимал, всех выслушивал и помогал. Часто любил повторять фразу «легко руководить народом, а вот помочь одному конкретному человеку сложнее». Мне приходилось с ним вместе ехать на работу, или с работы, или по служебным делам. И вот когда его автомобиль подъезжал к транспортной остановке, а на остановке было очень много людей, тогда транспорт работал плохо, и были перебои с ГСМ, вот, и по другим причинам, то Григорий Иванович хотел выйти из машины и пройти пешком это расстояние. Он говорит, мне так стыдно. Я еду в машине, а люди не могут сесть в
трамвай или в автобус, чтобы доехать к месту работы. Круг вопросов, который ежедневно приходилось решать Григорию Ивановичу, был настолько обширным и многогранным, что порой казалось, его рабочий день состоит из 25 часов. Времени на общение с друзьями, семьей практически не оставалось. Но в редкие часы отдыха он преображался. Я его помню в семье, вот просто когда мы один на один там, или вот в кругу семьи. Он был, конечно, вообще сказать, что он сильно улыбчивый был в семье, я бы не сказала. Почему я и запомнила, почему мне вот кажется, что он преображался. Вот когда чуть больше четырех, вот нас четверо, и пусть даже один человек, он совершенно другой. Его любили в компании, его всегда приглашали, он был заводилой. Ну, я не знаю, какая свадьба у друзей, там дети выходили замуж, женились. Он был тамадой, я не знаю, откуда бралась у него вот эта энергия, вот это вот юмор этот, я не знаю. Он публичный человек, а дома он обычно отдыхал. А проблемы нарастали, как снежный ком. О том, что город задыхается от непосильной техногенной нагрузки, знали давно, но вслух не говорили. В конце 80-х в местной прессе стало модным писать статьи и даже снимать документальные фильмы об экологии. Григорий Иванович стал первым из руководителей города, кто снял запрет с этой темы, и первым пригласил общественность, чтобы обсудить эту наболевшую проблему. К сожалению, отдельные наши руководители, директора промышленных предприятий, в угоду вышестоящим своим министерствам, в угоду, безапелляционно, без, как говорится, без кантала все разрешает у себя построить, лишь бы быть хорошим. Поэтому приходится все время, быть на страже, вот этих моментов, вот этих вопросов. Я считаю таким образом, что нам нет ни от кого ждать помощи. Мы сами, криворожане, наши хозяйственные руководители, партийные, советские, органы могут сделать значительно больше, чем мы делаем. Все, что нужно добиваться для региона, мы должны сами добиваться. Никто нам не привезет ни новую установку, ни новую печь, ни новых рабочих, высококвалифицированных, как некоторые говорят, что некому работать. Все это не так. Наши рабочие умные, грамотные, умеют делать. К сожалению, не всегда мы их наставляем, не всегда мы правильно их учим, и в этом наша беда. Я считаю таким образом, что решить проблему мы должны сегодня решать уже. Мы должны работать так, чтобы привлечь внимание к проблемам Кривбаса и не только одну академию, Украины. Мы должны поставить вопрос таким образом, чтобы все ведомства, советы министров правильно повернулись к этому региону, который добывает 45% железорудного сырья, 11-13% металлургического передела. Надо об этом говорить нам, по-видимому, строже, настоятельно, тем, чтобы те, от кого зависит, не забывали. Но еще раз повторяюсь, самое главное – наши отношения, всех присутствующих сегодня в зале и тех, кто будут смотреть эти фильмы в будущем. На изломе последнего десятилетия уходящего века рухнула система. И распалась империя. Под ее обломками ломались человеческие судьбы. Страна вступала в такой этап, когда личности мало что решали, потому что включились и действовали совершенно другие законы. Мы все это испытали на себе. Талонная система и пустые полки магазинов, потом шоковая терапия и сумасшедшая инфляция. Народ требовал перемен. Народ требовал новых лиц, веря, что именно это улучшит их жизнь. Бастующие горняки выдвигают категорическое требование – отправить действующий исполком в отставку. Григорий Иванович в это время тяжело болел. Находился в 5-й городской больнице. Здесь он принимает решение об отставке. И из больничной палаты присылает письмо депутатам горсовета. Вам необходимо избрать председателя совета. Подойдите к этому объективно. Не допускайте поспешности, не поддавайтесь эмоциям. За вами почти 800 тысяч криворожан. Пусть они не останутся обманутыми. Он хотел, чтобы была такая преемственность, чтобы
был человек не со стороны. Он говорил, чтобы этот человек прошел все ступени работы советов. Чтобы знал, что такое канализационная труба, чтобы знал все вопросы, касающиеся жизни городской и так далее. И вот он в этом увидел, значит, отвечающий вот таким критериям был, по его мнению, Юрий Викторович Любаненко. 4 марта 1992 года на 11-й сессии Горсовета подавляющим числом голосов на пост председателя исполкома был избран Юрий Викторович Любаненко. Сегодня уже все хорошо знают и на себе испытали, что значит старая китайская мудрость «Не дай вам Бог жить во время перемен». На долю Григория Ивановича, как руководителя города, выпало очень сложное время. Ведь это были не просто перемены, это была коренная ломка всего привычного уклада жизни. Григорий Иванович до конца своих дней чувствовал ответственность за судьбы города и криворожан. Он понимал суть происходящего и знал, чем будет сопровождаться болезненный процесс обновления. Он очень болезненно воспринимал вот эту вот показушность и тогдашнюю разобщенность между руководителями Криворожстали и городскими властями. Он тогда понимал, что рано или поздно это кончится плохо и для города, и для горожан, и для металлургов, и для горняков. И кончится для тех людей, которые стали, в общем-то, на неправедный путь и не совсем добросовестное поведение. Но он ничего уже сделать не мог и понимал свое бессилие в этом процессе и неизбежность вот этого разрухи. Мне кажется, что это просто ускорило его уход из жизни. Его сердце не выдержало сумасшедшего напряжения последних лет и постоянных стрессов. Он был сильным, но очень ранимым человеком. И сегодня, спустя годы, становится совершенно очевидным, как мелочны и несправедливы были все упреки в его адрес тогда, в начале 90-х. Он очень любил город и честно ему служил. И именно таким он и остался в памяти земляков, которые сегодня с благодарностью вспоминают все то доброе, что сделал Григорий Иванович для города. И очень приятно, что нынешнее городское руководство отдает должное его заслугам и бережно хранит его память. Я должен сказать, что меня очень поражает, что Юрий Викторович нигде не называл Григорий Иванович, если там и были какие-то ошибки, чтобы он назвал, что это, скажем, предшественники мои, что не он в этом виноват. Нет, он просто продолжал ту работу, ту линию, которую начинал Григорий Иванович и не закончил. От всего нашего большого семейства Гутовских хочу выразить глубокую благодарность Юрию Викторовичу Любаненко, который делает все возможное, чтобы не забывали Григория Ивановича, человека, который много сделал для нашего города. Он достоин для того, чтобы его помнили. Эта мемориальная доска была открыта в январе 1999 года. В этом доме по улице Ленина почти 20 лет жил Григорий Иванович. Сегодня этот дом так и называют – дом Гутовского. Вот уже несколько лет лучшие студенты города получают стипендию его имени. В честь Григория Ивановича названа одна из улиц Восточного микрорайона. И уже появилась новая аллея, посаженная в память о нем, человеке, сделавшем так много для нашего города. 13 лет, наполненных большими свершениями и тяжелыми испытаниями, годы, которые мы прожили вместе с ним, сегодня криворожане называют эпохой Гутовского.
мы завершаем наш цикл. Закончилась история нашего великого и трагического хождения в социализм. Мы ступили на новый путь, проверенный общечеловеческим опытом цивилизованного развития. Сегодня нам всем очень трудно, но уже есть первые и несомненные успехи. И только от нас зависит, какими будут новые криворожские главы.